Атаки! Огонь на усмотрение! Готово! 10 секунд! Дверь! Скоро начинайте, начинайте! Корабль! Пошли! Пошли, пошли! Не сдевайте! Температура поверхности минус 300 градусов. Надо шевелиться. Жнец, Скар на месте, отбой. Понял, 1-1, десант с воздуха, к северу от вас. Так точно, уже идем. Вижу внизу две цели. Сбросить тягу, снимите их. Сайпс, вперед! 1-1 жнецу, в секторе стрелки СДФ. Продвигаемся. Есть, передам. Конец связи. Нужно добраться до оружия раньше них. Готов! Точка входа через 30 метров. Вперед! Жнец, приближаемся к точке входа. Будьте осторожны, мы столкнулись с силами СДФ. Цели на тепловизоре рядом с вами. Будьте бдительны. Стойте. Часовые на крыше. Ноль, один твой, остальные наши. Пошли! Нажмите. Осторожнее. Они их просто казнили. СДФ нужно оружие, а не пленники. Множественные цели. Ищейки пошли. Принято. Рассыпаться! Наше оружие в хранилище в полукилометре отсюда. Как думаешь, они слышали взрыв? Может и да. Тогда давай их поприветствуем. Добро пожаловать в исследовательский центр. Бросай антиграф. Принято. Отсюда. Готовы. Выдвигаемся. Нужна помощь в моем районе. Готов. Проверьте все углы. Жнец, мы в исследовательском центре. Идем к арсеналу. Принято. Имейте в виду, войска СДФ скоро будут внутри. Нельзя допустить, чтобы операция Рая увенчалась успехом. Как только оно будет у нас, я смогу запустить процесс самоуничтожения. Принято. Внимание на лабораторию. Контакт! Атакуем в лоб! Иду на перехват. Внимание, угроза!